Хейо, гайз, с вами Шумики, мы продолжим на игру под названием Bloodstained. Окей, в принципе, у меня есть вариант, я прочел на всякие вики. Нам нужно ID для карточки нашей этого, для пропуска. А ID нужно именно вампирам. А вампира мы знаем только, в принципе, одного. Ну, типа поезд для вампиров. Ну, только его. О, вот, ты, похоже, много знаешь. Как можно сесть на поезд в замке? Это старье. А зачем тебе? Нужно. Тебе нужен пропуск, чтобы пройти через ворота на станцию. Могу дать тебе свой. Правда? Но на пропуске должна быть твоя фотография, чтобы он сработал. Моя что? Ах, да. Вы ведь еще не изобрели фотографию. Если кто изобрел, так и так, это мы... Это церковь. Если ты знаешь кого-то из церкви, то они, возможно, смогут помочь. Фотография, у меня есть фотография. Это хорошо, совсем другое дело. Ха-ха-ха. Вот, держи, твой собственный пропуск. Ух ты, спасибо, Лот. Иди, все. Сколько мучений, сколько всего. И наконец-то он у нас есть. И не прошло ни года. А прошло всего лишь 2 серии. Хотя можно сделать... Нет, не буду делать. Скорее всего, эту вещь забуду. Типа взять просто предыдущую серию, да? Соединить с этой. Как-то так. Но мне кажется, я это забуду сделать, поэтому... Сейчас быстренько все сделаем. Просто побежим, я не знаю, не буду ни с кем драться, просто побегу. Пойдем на этот сраный поезд, сядем, уедем. И все. А лекарство феи это мини-хилки. Почему так мало дают? По 10? Это 10 или одну дают? Вам плевать. Сейчас мы уже пришли, считайте. А, с нижним я и драться не буду. И честно, сейчас сюда иду, сохраняюсь. Потому что я уже до 30 минут видели? 30 минут. Ну ладно, сколько там? 23 минуты. Просто бегаю. Боже мой. Как же это все тяжко. Это все тяжко. Готово. Мне кажется, мне уже скоро этого питомца должен дать. Смотря сколько я... О! Это уже мой уровень повысили. Изи, изи. Сквизи. Изи пропуск. Аллилуйя. Подожди, я пришла не за дракой. Тогда не стоит и приходить. Но наши схватки придется подождать. Этот поезд. Ты быстро схватываешь. У меня дело вперед, но это выгонит тебя. Тянет мощное колдовство, которое мне не по силам. Неужели такой могучий воин может с чем-то не справиться? Я же заглядывал, внутренно есть так, область, куда я не могу пройти из-за колдовства, которым оно запечатано. Ага. Ну, по странному совпадению, и у меня тоже там дела. Как насчет перемирия? На время? Что? Типа, на время? Что?
И я такой в маске. Сексуальная маска. Неужели? А смысл? У меня на все про все это. Я не знаю, куда идти, я просто бегу прямо. Походу это... Ни хрена у тебя урон. Ну, моего урона тоже хватает. Давай. Эй. Эй. Поднимешь меня? Окей, все. Может, просто поверх побежим? Там полетели. Miriam, get this open. Ну, открой. А! Так, ну я по времени успел. Ни хрена себе. А, я тебя понял. Короче, мне просто легче так сесть за тобой, да и все. На уж. Я урона много наношу. Делать. Ну атакуй его. Магии. Это чё за зависание было? Ни хрена. А лед хорошая вещь. Все? Изи босс. А, кулак-молот. Махните огромным кулаком в выбранные направления. Все? Темно, я не вижу. Это типа из поезда, да, выхожу? И я тебя благодарю. Не нужно, мне твоя благодарность. Я делаю это не для тебя. Ладно. Но я все равно твой должник. Ты яростный воин, оставающий мирами. Знаете, хотя... Он мне говорит, что я помощник. Ну, я, считайте, нихера не сделал. А? Как-то так. В принципе, можем в поезд отправиться. Обратно. Го отправимся обратно в поезд, камон. У нас была, типа, вынужденная побегушка. Хотя нет. Что имелось в виду, когда у тот счет был цифр? Чего? Какого хера? Я за то, что я не могу вернуться.
Типа мне обязательно комнату зачистить нужно. Ну, допустим. А, то есть я уже еду. Круто. Ну ладно. Окей. Там золото. Не-не-не, золото я забираю. Золото мы забираем. Хороший меч. Ой, я знаю, что сейчас будет, поэтому я этот момент себе проспойлерил. Поэтому я лучше сейчас... немного продвинуться так. Да. Бля, а так не бежать далеко будет. Короче, в чем херня? Плохо вышло. Я сейчас просто обратно бежать. Ну погнали обратно, ладно. Да. Поехали. Я не знаю, было там сохранение, нужно было там искать сохранишку. Кинжалы. А, летающие кинжалы, да. Кинжалы. Здесь просто довольно опасное место. Блин, а так я же больше... Хотя... Если... Подъемчик нашел, все. Здесь сатан. А почему я не хочу сейчас показывать то, о чем я знаю? Дело в том, что мне лучше сохраниться до этого момента. Перо, перо, перо. Надеюсь, вы меня поймете. Да мне сейчас не попасть. Да. Ладно, пойдемте прямо. Я сохранюсь. Не хочу сдыхать. Почитаем про демонов. Так, покушение. Забегайте за врагов и бейте их из слепой зоны. Кирки, мечи. У меня... Стреляющий... О, сейчас как раз вам покажу. На самом деле, я думал, пояс больше будет. О, 666 хп. Погнали, я вам покажу теперь прикол. Главное, чтобы я не сдох. Сразу же. Да, я проспойлерил немного с этими словами. Нам нужно забраться в поезд, пробежать до того момента. Где сиденье? Это получается второй вагон.
с начала, как мне в ту сторону ехать. Понятное дело, что я сдохну, поэтому... Потому что это секретный. Ай. Уже сразу получил. Лучше пробежать. Давайте я вам покажу. Что за херня? Короче, мы просто с вами, считайте, едем и смотрим в окошко. А смотреть в окно не так уж долго нужно, пока мы не увидим на горизонте кое-что. Наша задача сейчас просто смотреть. Посмотрим. Это, знаете, как в реальности мы, типа, в поезде едем, да? И смотрим куда-то там непонятную даль. Когда что-то изменится, вы сразу поймете, о чем я. Но это, повторюсь, можно считать за мини-врага. Мини-босса. Босса. Ну, типа, хотя можно даже и за босса посчитать его. Но он очень-очень плотный. То есть... Я не уверен, что даже его убью. Если он меня сам не ваншотнет в этот момент. Я не уверен, сколько нужно ехать. Где-то минуты 2-3. Ну, видите, мы типа к замку приближаемся потихоньку. О, деревья пошли. Которые в воздухе летают почему-то. О, да, мы приближаемся к замку. Или он только в ту сторону появляется? Да не, он должен появиться, камон. О, да-да, вот оно. Видите, типа вон враг. Танцует, танцует. Типа скримак. И все, я сдох. Поняли? Типа, его можно убить. Я видел, как челик его убивал. С помощью остановки времени. И просто давал ему по 200 урона с одной тычки. А вы видели, да, сколько он? Типа, он мне сразу проклятие дал на минус все хп. И дал с другой стороны тычку, и я сдох. Но это враг, который типа танцует. Не знаю, ну сколько у нас ушло на это. О, секретная стена. Макс хп. Зараза. Бля, он хпшный. Ты что думаешь, я так буду тебя доставать? Да-да. Не так все просто. Не так-то все просто. Как кажется на первый взгляд. Но того врага мы, скорее всего, потом убьем, когда я получу какую-то способность хорошую. Блин, и под воду есть еще. Еще, кажется, двое. Давай еще секрет к врагам. Взрыв болит. Вызовите взрыв и в выбранном направлении. Так, архивы, демоны. Жалко, осколок неизвестен. Что врага того мне добавили мне сюда. Ассасин. Ассасин. Ставший монстром.
Так, смерть бомбист. Смерть, тывшийся с бомбой. Беречь от огня. Был мимик, и у нас был там босс, на которого я даже не атаковал. Жадный поезд. Демон, вселившийся в двигатель локомотива и обезумевший от своей мощи. Так, новой мощи. О, новая фея. Новая фейка. А, Сидхе. Противная фея, так, забирающая детей. Того я по-любому убью. Пёсика жалко. Я не знаю, сколько с таких вообще есть мест. Мне кажется, если бы их тут было достаточно. А, так ты на цепи еще плюс. А чё ты свою косточку упустил? Так, адамантская сталь. Хорошо. О, Мириан. Доминик, что ты здесь делаешь? Ищу Зангетсу. Ты его видела? Да, мы встретились. Так, мы вместе дрались с поездом. Возможно, я ошибаюсь насчет его мотива. Что? Зангетсу был с тобой, но что-то не так? Я попросил его пойти в подземные пески, но он, похоже, решил сделать по-своему. Если опять его увидишь, попроси его. Так, зайти ко мне, ладно? Ладно. Альфред может в любой момент заманить моего... Так... Заманить любого из нас в ловушку. Надеюсь, Зангетсу узнает, что делает. Спасибо, Мириан. Береги себя. А что ты тут делаешь? Ты понимаешь, насколько это... странно? Опа, пассивка. Против яда. Повышает сопротивление ядом. Так, туда мне сейчас не попасть. Короче, мне главное, чтобы он не касался, так ведь? И у нас опять развилка. Архивы. Идут дни и недели, но несмотря на все мои попытки вырастить большой кристалл, единственный удавшийся способ – это работать с первоначальным гомункулом. Я пробовал пересаживать кристалл на подобные объекты, но результат столь же прискорбный, похоже, что я что-то не учитываю. Кристалл распространяется по телу объектов, как болезнь, но слишком медленно, чтобы накопить достаточно кристаллов для призыва балла, как просит начальник, придется ждать сотни лет. Когда я только обнаружил кристалл, он рос куда быстрее. Так, как мне повторить этот процесс? Как? Что я делаю неправильно? Кровать. Отдых. Плюс отдых. Взрывная махина, не хочу с ним сражаться. О. Что это за стреб... Чё, гоните? Я вас понял. Могу я вас поднимать? Наверное, могу. Вот даже я без тебя я смогу запрыгнуть. Без тебя я смогу запрыгнуть. Снаряжение. Стой, осколки. Винтаж. Вот так. Ясно. Ясно, понял. И босс, еще один. Ну давай.
не так-то быстро. Ух ты, шлема. Я тебя понял. Тупые мины. Короче, мне легче туда бежать, потому что здесь мы будем сюда запрыгнуть. Давай быстрее. Давай, двигайся, шустрей. Ух ты ж, ё-моё. Ух ты ж, ё-моё. Изи. Ну типа и поезд, два босса. Это изи. Чё-то как-то легко. Так. Отражающий луч. Перемещайтесь по лучу света. Можно отражаться от стен, забирая в новые места. Осколки, антраж. А чё это тогда? Выпускайте выбранный ножа прыши врагов на камень. Либо мясорубка еретика. Не хочу. Мне нравится мой осколок. Мясорубка еретика. Он очень мощный. То есть вы видели босс? Нет, босс на самом деле... Здесь спорный. Потому что как бы... Он и мощный, и не очень. Типа, можно найти брешь в этих лазерах, но он довольно быстро отражается. Так, сейчас я кое-что попробую сделать. Буду надеяться, у меня получится. Так, осколки, винтраж. То есть я не могу сразу да туда попасть. Окей. Так. Ну просто он у меня высшего уровня. А отражаться я смогу и потом. Что здесь у нас? ХПшка, Макс.
Окей. Мимик. Стенки. А, ну то есть он мне все равно не все выносит. Первое использование моей новой способности. Как там кольцо было названо? Снаряжение. Серебряное кольцо силы. Кольцо увеличит силу... Так, атаки пропорциональны тому, сколько врагов вы убили. Интеллект, защита, минус. Разы. Кольцо усиливает восстановление от используемых предметов. А что за трубы? Кстати, я что-то их не замечал до этого. Взрывная сила, черпать магическую силу из своего меча и обрушить ее на врагов. Давайте я этот попробую взять. Даже так. Ну, в принципе, у нас где-то место было. Здесь. Давайте туда проскочим. Или, блин, все равно мне хил нужен. Типа, кольцо ходока даже больше. Потому что это мне плюс один дает, а это плюс два. Сила атаки пропорциональна открытой карте. А как мне так попасть, чтобы только туда? Итак. Зачем так сложно? Ха. Архивы. Демоны. Мимик. Хищник против... Так. Притворяющий сундуком с сокровищами. Батхин. Демон способен перемещаться по лучам светом. Почему меня сразу не перекидывают туда, где я открыл новое? А, вот он. Тамака Смерть. Гитарист-разбойница, который заставляет сердце плавиться. Буквально. Еще демон. А, лежа... Лераже. Умный демон-лучник. Давайте, короче, сюда попозже приду. Я понял, что туда мне нужно. Да, не, на самом деле это сложновато управлять. Давайте, короче, ближайшее сюда отправимся, я сохранюсь и закончим на этом.
Город. Лучший телепорт, где можно сохраниться, потому что оно близко все. Ну и даже ближе с магазином. Нужно будет попродавать, либо разу... не, попродавать ненужные кристаллы. И сдать девчонке задание. Ладно, давайте тогда, короче, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.